Сначала старшеклассники школы номер 10 снимали видеоролик «Ожившее воспоминание» для совершенно другого конкурса. Потом они решили попробовать свои силы на республиканском кинофестивале «Шуткар» в Ижевске. Игровой фильм ребята и руководитель группы Екатерина Баранова посвятили ветеранам и детям войны. Содержание ролика состоит в следующем. Внук приглашает дедушку поучаствовать в школьной дискотеке. Дедушка отправляется туда, и на него нахлынут воспоминания о его молодости, о том, какие танцы были у них в юности, и как раз о встрече с бабушкой со своей. Да, и вот этот сюжет мы решили показать, как в 1945 году бабушка и дедушка повстречались, танцевали свой вальс победный. Над сюжетом, съемками и монтажом видео ребята работали сами. А танец поставила Арина Аркадьева, воспитанница танцевального коллектива «Задоринки» и исполнительница главной роли в фильме. Съемки видеоролика дались не без труда. Старшеклассники много репетировали и даже преодолевали холод во время танца в парке. Но все труды были не напрасны. На конкурсе группа взяла диплом третьей степени. Я принимал в массовке участие и был, танцором, одним из трех. Репетировать было весело, занятно. Мы очень-очень долго репетировали вальс. Самое сложное, наверное, было то, что мы действительно не могли организовать свое время. А когда уже время стало подходить к концу, мы стали не успевать и очень сильно торопиться. И все как-то накладывалось, приходилось откладывать свои дела. Но все равно было очень весело. Всего на республиканский кинофестиваль «Шуткар» в Ижевске заявили 111 фильмов из 22 регионов России от 46 студий. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.